Вот это гол! Какая-то неразбериха была. Штрафной Кристал Пэлас заканчивается этой неразберихой голом. 1-0. Хороший проход, удар! Да, смотри, неплохая передача. Вот, может быть, контратака. Не, не удается попасть. Никого, это линкор там обычно. Корпус ставим. Да, да. Вот криминал. Ой, что это? Рома ошибается. Ну. Также от Арсенала залетел Кучера, когда прошел. Да, вот. Защитники попятили. Вратарь топчет руки только так. Да? Выставил, а он закатился в ворота. Ну, фортуна оказалась на стороне Эвертона. Атака продолжается. Ух, да. Попал бы. Да. Желтую к Абдельбарову. Ну что за удар? Тише, если будет так сейчас. Дальний, дальний, вот, вот. А нет, уже все поменялось. Просто будет на силу пробивать. Нет. Нет. Вот это удар! Не только разговоры будут, а повыше лифтоля. Отдай уже. Удар. Ближний, правильный. Да. Ну так Артем с борцом справится. Но ходит борец. И удар даже получается. Удар, смотри, гол! Отличный удар, отличный. Профессиональный вратарь тут был, конечно. Может быть, но с трудом. Хорошо, смотри, отлично! Пас. Ну, будет ли удар? Нет, что это? Что тут можно придумать-то? Ну, завершать надо, не думать. Так я же говорю, что тут можно придумать-то? Ни завершения нету, ничего. Был бы какой-то с этого прессинга. Александр, о, удар! Саня! Вчера все было. Вчера и мяч был скользкий, неудобный для игроков. Кристал, одного, второго, нет. Удар! Как-то на финтах на каких-то тебя убрать. Ах ты. Хорошо. Зря. Пасик дать он в разрез Салиху. Как вот Салих сделал? Отдай, Лехе! Сам, ты, неплохой удар-то. Ты хорошо ударил, ну. Паша, давай с ударом! Вот так! Хорошо! Как? Середина. Ну, Григорий отрабатывает. Миша будет обводить всю команду! Нет, дал пас. Да что ты так готовился? Удар, Григорий, нет! Палки, ну.
Удар через себя, попытка. Да. А что это? Что это было? По ногам это был удар. И стандарт в пользу Эвертона. Ух ты! Добили! Некому, некому. Ах ты! Не помешали. Удача, отлично! Кристал Пэлас обостряет. Он просто перепрыгнул высоко. Да что ты? Ну вот, есть свободный игрок Кристал Пэлас. Смотрим, 1-1. Удар будет ли? Будет, но мимо. Вернуться, Артема, там ошибочку допустим. Поборолся, Костя! Да Леха, не, блядь, Салих, ударь! Там закрыто. Может, минутку. Салих, по левому флангу. Удар, смотрим! Да, там удар же есть, зачем? Прямо. И все, конец матча. Вымучил Эвертон. Скажи, как все было? Довольны результатом? Ну, конечно. Игрой? Результаты довольны. Как бы забили два мяча, должны были больше забивать. Ну, мы плохо сыграли в целом. Единственное, что вот счет нас устраивает. А игра слабенькая, конечно, могли получше сыграть. За счет чего не получилось более хорошей игры, более сильной? Ну, я считаю, за счет паса, потому что паса не было. Очень много длинных передач, как бы ненужных, 6 диагоналей, 6 в никуда, как бы зачем это делать. Надо было низом катать, мы этого не делали, поэтому плохо сыграли, именно по игру, имею в виду. Угу. Ну, вот, то, что забили, это как-то сглаживает. Ну да, результат положительный, поздравляем с победой, молодцы. Спасибо.